15 мая ЗАГС по Советскому району Владивостока останавливает прием заявлений от граждан. Но в ведомстве заверили, что все запланированные регистрации браков в данном отделе пройдут по графику с июня по сентябрь. Далее он будет закрыт. Решение о закрытии ЗАГСа по улице Русской, 78, было принято с целью обеспечения комфортного приема граждан, так как помещение нуждается в капитальном ремонте. Также с 15 мая все ЗАГСы города объединят в управление записи актов гражданского состояния. Это значит, что прием обращений и заявлений граждан будет производиться в 4 отделах ЗАГСа, которые располагаются в разных районах города. А именно на улицах Гульбиновича 3, Печорская 8, Шкипера Гека 15 и на Днепровской 18.